фильм под названием «Молодой человек». Ваня Ревзин к своим 30 годам, несмотря на золотую медаль в школе и красный диплом МГУ, оказался на дне. Жена ушла к любовнику. С убогой работы в банке уволили. От закрытия ипотеки годы боли и страданий. В момент отчаяния Иван узнает, что его ушлый одноклассник-двоечник Коля стал преуспевающим бизнесменом и объявил конкурс для старшеклассников с многомиллионным призовым фондом. Ваня, который выглядит сильно моложе своих лет и которому даже алкоголь продают только по паспорту, решается на аферу.